Так, тут говорят, Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде. Набрал он 91,74 балла. Катал облегченный контент, потому что у него обычно в программе два четверных в короткой программе. В этот раз он прыгнул только один в каскаде с тройным тулупом. Четверной сальхов это был. Вместо четверного тулупа у него был тройной луц. Ну и говорят, он по марку допустил на тройном акселе. Но у Ковтуна главный вопрос не в этом. Короткая-то программа это ладно. Самое главное это произвольный. Он в произвольно умирает. Он может даже в произвольное прыгнуть три четверных прыжка, а дальше посыпется. То есть здесь, конечно, вопрос, как он откатает произвольную программу. Но вообще нужно сказать об информационной составляющей этой универсиады, где посмотреть эти результаты. Зашел я на этот поганый сайт универсиады, нету там ничего. Главное, специальный пункт, там расписание и результаты. Заходишь туда, там только медали показываются. Где онлайн-табло? Покажите состав участников хотя бы. Кто участвует, из каких стран, кто лидирует после короткой программы. Но ничего этого нету. То есть мы должны прям пристально следить за этой универсиадой и сами записывать себе на бумажку результаты, потому что их больше нигде нету. Только в новостях вот об этом узнаешь. Как обычно, все через одно место.